Les asques, nous n'avons ce genre. Je vais beaucoup essayer. Maintenant, Yves, je sais que c'est ici. Pas ça. C'est de votre truc. Они не знают, я это письмо написал, Юмон Хатисов, на Байбеку, я 10-го отдал. Это прокурор. Молотов, лично это в этом поле. Потом около меня как жанр, а он не подписывает. Что тут происходит? Да, мы приехали, пришли в городской, городской суд, да. Ну, опять к съезду. К съезду, обращение к съезду судей. Ну, поскольку вот мы по закрытым каналам, я в открытых источниках не видел, что вроде объявили, что 21 и 22 начнется съезд судей Казахстана. Поэтому мы подготовили обращение, вот сейчас подпишем и сдадим его делегатам съезда здесь, которые здесь отсюда поедут. Потом также по всем информациям, по электронной почте направим этим участникам съезда. Текст можно показать. И сейчас уже мы подписывали. Назира, что там надо? Подписывать? Ну, сейчас его сдали, да? Сейчас всем журналистам раздашь. Естественно. Тебе же попадет. Ну, сейчас журналисты. Не, вон, не здесь, да? За что? Что? Фин-фин-фин-фин-фин. Почему не решайте вопрос? Подожди, задай вопрос. 83-й статьи из Конституции. А зачем вы... Вы же... 32-й статьи из закона прокуратуры. Любое решение вы можете отменить. Вы извините, пожалуйста, вы же сами... Честное слово сказали, что за два дня вам возможно видеокамеру. Два дня. А потом, когда я к вам звоню, а вы говорите, это надо разобрать. И вам верить нельзя. Ну вы же сами сказали, через два дня. Вам верить нельзя. Ну вот разобрали. Вам верить нельзя. Ну как вот вам действительно верить в прокуратуру, если вы так обращаетесь? А он звонит, ему наплевать. Так, можно я сниму обращение? Это обращение, которое мы... Да, еще Талат, это по-другому. Копию возьму, да? Да, у меня есть. Здравствуйте. Здравствуйте, я почти со всеми. Привет. А копию дадите?
Хорошо, ладно. Я могу потерять. Нет, у меня не так много, но... Он человек никто. Нет, вот держи, это чистая бумага. Кому? Если пишите два определения. Лекции их на проблемы всем этого придурки. Ну, если что, остановите видео, и что не видно будет. Второе. Плохо работает. Со всеми здороваются. Гад. Маке, Мухан. Без Накеля. Ты не можешь сделать хорошую фотографию? У меня плохая фотография. Да, подожди. Плохо дела. Ой, плохо дела. А что так? Трепет мозги. Мы вас поддержим. Спасибо. Это я знаю. В общем, очень сложный вопрос сейчас. Все будет нормально. Спасибо. Надеюсь. Алгат. Все рады меня видеть. Ой, я не то, что рада, у меня прямо аж сердце. Ой, я рада за тебя. Да ты че? Да. Не, мам, я домой. Счастливый. Никому не дадим. Нет. Дайте мне один экземпляр, я куплю. Я прям увидела, аж сердце. Я рад, спасибо. Нет, она думала, что вас отпустили. Мы слышали, пока что... Пока никуда не отпускали, пока вот так вот. Ну, нервы трясут, оказывается. У нас. Да ничего, выиграем. Пока, поживем.
Польщі. Такой добренький ходит, совсем здоровый. Я предсмертное письмо написал, отдал делегату съезда. Вот это было, вот это было. Там сказал, кезе там. Вот это оно и есть. Я отдал ему. Брал мне. Мы за лучшим идем, да? Учили посадить, то же самое. Идем? Одевайся на крючок. Мама, когда суд будет, он позовет нас? У него есть? Привет. Сейчас я со всеми поздороваюсь. На первый совет. Поддержись, пожалуйста, я одену. Это непонятно. Поддержись. Подписывались, да, перекидывайте, чтобы тоже можно. Давай. Так, где народу? Так, вот пока вы не расхватываете, пока отойти. Хорошо. Покажи на меня. Жимагу. Ничего такого. И не подумайте. Я просто заметил, что вы заняты. Не хотел, не хотел. Отвлекать не хотел вас. Честно, знать. А остальные можно брать, да, по одному? Нет. Сколько я делал? Корреспонденты мы тебе. Я предсмертный подписывал. Кто тут корреспондент? Один? Я вас еще не знаю. Ваши дети незаконные. Ваши дети.
честные, добросовестные, не сделали самосуд, что ли, вижу этого, своих же сограждан, которые, как вот, да, мы без сбережений отбирают почву, и я даже боюсь этого слова, отбирают патриотизм, мы просто, пожалуйста, поэтому на наших, на очередной съезд не подавались месяца. Почему молчит Союз судей, общественная организация? Антикоррупционное предупреждение. Мы говорим, вот здесь коррупция, смотрите, ловите. Развели на наши тонкие шеи и продолжают вершить безобразие 25 лет независимости ЧК. Мы хотим, мы требуем создать, чтобы пересмотреть, независимо ни от ведущих юристов, пересмотреть, вступило в силу. Будет, мы уже за себя не отвечаем. Бывает предел всякому терпению, в том числе и человеку. Меня зовут Назиля Биржанова, я активист движения «Справедливость». Мы с тобой знакомы. Что-нибудь скажете, Раиса Афанасьевна? Свободу. Свободу, Наталья Власти. Свободу, Наталья. Свободу, Максу Бакаеву. Солдату свободу! Которые пострадавшие от казахстанского правосудия, от всех правоохранительных органов! Всем свободу! Свободу Талгату Жанибеку! Пострадали от чиновников! От правоохранительных органов! Я когда-то слушала это. Я уже не могу. Мать, ни маме никто не работает. Сказали, высылайте все свои. Хрен там. Скажите что-нибудь.
Сегодня было в городском прокуратуре. Сил у людей. Мы страдаем, поэтому мы сегодня в городской суд пришли с этими плакатами. Да, снимал, пусть снимает ГБУшники. ГБУшники, да, КНБшники снимают. Пусть снимают, на весь. Они ведь за что, что ли? А что у него снимают? Они за эту фигню деньги получают. Видите как? А это режиссер. А кто был такой? Снимает нос. А ты спроси, по закону. А вы запрещаете? Вам никто не запрещает. А что же запрещали вы? Нельзя снимать. У вас должны разрешения. Вы на работе. А они на работе. Потому что нету справедливости. Мы боремся, чтобы была справедливость. От кривосудия. Мы страдаем от правоохранительных. Простые люди страдают. Одни, да, которые свои карманы хотят переполнить. Взяточники одни работают. Талгин, чехол у тебя? Что-то это для нас плохо. Рыб безлимитный. 4,20. Да, да. Окей. Мне должен скинуть. А где она? И сад чем скажете? Да нет, ничего не скажу. Да, я всегда такой случай волнуюсь, у меня сердце начинает болеть. Поэтому я воздерживаюсь. Если нас услышат, правительство. Да, если мы сейчас съезда адресу не президента, а это решили. Да именно, но приватно. Да, да, ну это. Он же КМБшников. Вон люди стоят. Во. И министр.